Добрый день. Хочу вам рассказать сегодня про витамины, которые я пью уже на протяжении нескольких лет. Это Комплевит. Здесь 11 витаминов и 8 минералов. И самое важное, почему я выбрал именно эти витамины, то, что их здесь в упаковке 365. То есть такая баночка стоит, ну, около 800 рублей сейчас на 2020 год. И вот смотрите, что сюда входит в состав. Не буду все это зачитывать, можете на стоп-кадре почитать. То есть я принимаю по одной таблетке в день, потому что, в принципе, у меня достаточно сбалансированный рацион. И каким-нибудь детям младшего школьного возраста, например, можно разламывать и давать по половине таблетки. Давайте вскроем, посмотрим. Вот, то есть, в принципе, это... такой доступный вариант. Безусловно, есть такая точка зрения, что у подобного рода витаминов в таблетках низкая усвояемость, и лучше, конечно, все витамины получать с пищей. Вот. Но если у вас это не получается, нет возможности так вот абсолютно сбалансированно питаться, то это хорошая добавка к пище. Вот она хранится, получается, 2 года. Поэтому в любом случае даже... одному можно спокойно это съесть. Причем это в разы дешевле, чем если такие же витамины покупать, ну, в стандартных упаковках по 60 штук. Вот, сейчас много маркетинговых таких упаковок, то есть делают, немножко меняют состав или вообще не меняют, пишут там витамины для глаз, витамины там для женщин и так далее, и пытаются как бы заработать. Но вот это самый лучший вариант, я считаю, по соотношению цена-качество. Вот, может быть, действительно какие-то есть там более специализированные витамины, которые вам подходят, но это просто все в разы дороже. Поэтому вот этот, это я на аптека.ру покупал, ну, пока самый дешевый вариант. Иногда можно также еще купить в некоторых аптеках, которые за бонусы спасибо, например, можно со скидкой 50% купить, то есть еще дешевле будет. Вот. Ну, как только я стал принимать витамины, ну, похоже, что у меня снизилась заболеваемость, всякими ОРВИ и так далее. Вот, понятно, это именно для поддержания здоровья, а не для лечения каких-нибудь там серьезных заболеваний. Вот, естественно, перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Вот. И проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Спасибо большое за внимание. Если вопросы будут, то задавайте, спрашивайте в комментариях к этому видео. Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки.